Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, бүгін сіздер мен кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздің кездесуіміздің мақсатын атамас бұрын, ең алдымен қаншалықты сіздер мені тыңдап отырғансыз және көріп отырғаныңызды анықтап алсақ байланысты. Егер де мені көріп тыңдап отырсаңыз, чатқа плюс деген белгіні қойсаңыз. Кім мені көріп отыр, тыңдап отыр? Жақсы. Нұрлыгүл, көріп отырмын, қалғандарыңыз? Жақсы. Тамаша. Ал егер де мені тыңдап естіп тұрсаңыз, онда бүгінгі вебинарымызды бастауға рұқсат етіңіз. Бүгінгі біздің кездесуіміздің мақсаты, ол қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру тәжірибесімен алмасу мақсатымен жиналып отырмыз. Қашықтықтан оқыту форматы, кез келген жаңа формат сияқты, бұл эксперимент, яғни және икемді тәсілді талап ететін. Сондықтан біз бүгінгі іс шарамызды онлайн форматында жүргізіп жатырмыз. Яғни бұл дегеніміз онлайн әдістемелік көпір форматында бүгінгі вебинарымызды ұйымдастырып отырмыз. Ал бүгінгі вебинарымыздың тақырыбына келетін болса, қашықтан оқыту, табыстар, қиындықтар және шешу жолдары деп аталады. Бүгін вебинарымыздың спикерлары бұл жетекші мектеп үйлестірушілері. Оған қатысатын Шортанды ауданының номер 3-ші Қазақ орта мектебінің үйлестірушісі Тоқтамұрат Ермекол және Степногорск қаласындағы номер 4-ші Толстой атындағы орта мектебінің үйлестірушісі Шергина Вероника және де оқу директорының орынбасары Довгүл Наталья бүгін сөз сөйлейді. Ал бүгінгі вебинарда модератор ретінде Көкшетау қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығының тренерлері мен Жұрынтаева Сәуле Бәкешевна және Рахымжанова Баян Қайыржанна қызмет атқарамыз. Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада вас сегодня приветствовать, так как сегодняшний наш вебинар носит, так скажем, формат другой, онлайн формат методического моста. С какой же целью мы сегодня все собрались? Наша основная цель – это обменяться опытом организации дистанционного обучения. Тема нашего вебинара вы видите на слайде – это дистанционное обучение, успехи, трудности и пути. Если остановиться на том, что дистанционный формат обучения, как и все другие форматы обучения, это новый формат, формат, который требует гибкого подхода. Поэтому и наше мероприятие мы сегодня решили именно провести в формате онлайн. Онлайн – это методический мост, формат мы определили для себя. Цель какова наша? Для того, чтобы мы обменялись и была возможность сегодня выступить координатором ведущих школ с целью обмена опыта, как же они организовывают свое дистанционное обучение в стенах своей школы. Спикерами сегодняшнего вебинара выступят координатор ведущей школы Шортандийской средней школы номер 3, это Тоқтамұрат Ермекбол. И координатор ведущей школы города Степногорска имени Толстого номер 4 Шерпина Вероника. Также будет выступать заместитель директора по научной работе этой же школы Довгүл Наталья. А в роли модераторами сегодняшнего вебинара будем я, это Жұрынтаева Сәуле Бәкешевна и моя коллега Рахымжанова Баян Қайыржанна. Ну и дальше я слово передаю своей коллеге Шортанды ауданының жетекші мектепінің үйлестірушісі Тоқтамұрат Ермекбол. Сәттілік сізге, сөз кезегі сізге беріледі. Ермекбол. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мені тыңдап отырған болсаңыздар, менде жетекші мектептерге, серіктес мектептерге барлық ссылканы жіберген болатынмын. Яғни тыңдап отырсаңыздар, плюс қойыңыздар. Сәуле Бекешевна, мен слайдымды жүргізем. Жақсы. Шортанды номері 3-ші жетекші қазақ орта мектебінің координаторы Тоқтамұрат Ермекбол болам. Бүгін вебинардың тақырыбы
жетекші мектепте қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру тәжірибесінен, яғни қашықтықты біз қалай оқып бастадық. Яғни біз қашықтықтан оқытуды қалай бастадық? Біз бастамас бұрын мектебіміздің психологы арнайы ата-аналармен оқушыларға тренинг жүргізді онлайн. Бұндағы мақсат оқушылармен ата-аналарды қашықтықтан оқытуға дайындау болатын. Екінші қадамда мектеп әкімшілігі ұстаздарды және оқушыларды ноутбуктармен, компьютерлармен қамтамасыз етті. Келесі қадамда біз ата-аналарды әр сынып жетекшісі онлайн конференция өткізіп, қашықтықтан оқытуға дайындап алдық. Мұндағы мақсатымыз не? Әр ата-ана мен оқушы қашықтыққа дайын болу, ата-аналарға оқушылардың қашықтықтан оқытуға мүмкіндігін жасау, осы туралы ақпарат бердік. Әрине, ата-аналарымыз ешқандай қарсылық танытқан жоқ, керісінше бізге қолдау көрсетті десек болады, сөйтіп біз қашықтықтан оқытуымызды бастап кеттік. Біздің мектепте қандай платформада қашықтықтан оқыту жүріліп жатыр? Яғни күнделік кезет, Білімленд, Классрум, WhatsApp, Zoom, Telegram. Басында біз көбінесе күнделік кезетпен жұмыс істейміз деп ойлағанбыз, бірақ интернет жетіспеушілігіне байланысты қиынырақ болды. Қалған платформаларға да көше бастадық. Әсіресе ең тиімді болып жатқаны бізде Classroom платформасы, сонымен Білімлендтен жаңағы оқушыға да, ұстазға да өте керекті тиімді материалдарды еркін алып қолданып отырмыз. Сосын WhatsApp желісі көбіне ата-аналарға да, оқушыларға да ыңғайлы WhatsApp желісі болып отыр бүгінгі таңда. Zoom платформасын біз онлайн сабақ өткізгенде қолданып отырмыз. Жалпы жеке-жеке тоқталатын болсам, бастауыш сыныптарда Zoom, Classroom, WhatsApp желісімен жұмыс істеудеміз. Бұл менде өз тәжірибеммен бөліскелі отырмын, өзім 4-ші әсініп жетекшісі болам. Бұл жерде Classroom маған ең ыңғайлысы осы платформа болып отыр осы күнде. Жаңағы мұнда қарасаңыздар, әр пәннен тапсырманы осында жүктеп отырмын. Оқушылар берілген тапсырманы мұнда маған кері байланыс жасап, қайтара алып отыр. Ал бұл жерде жаңағы мен оқушылардың жұмысына тексере отырып, кері байланыс жасай алып отырмын. Мұнда көріп отырғандарыңыздай, сыныбында 19 оқушы болса, 19-ы да Classroom-ға тіркелген. Мұнда тапсырмаларды орындайды, мен оларға кері байланыс жасағанымды барлығын көріп отыр. Сонымен қатар бастауыш сыныптарда дайындық 1-ші, 3-ші сыныптарда көбінесе WhatsApp желісі бойынша жұмыс істеп жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, кері байланыста бер алып отыр, қалыптастырушы бағалауды да жүргізіп отыр. Менмен параллель сынып, 4-ші сынып онлайн оқытуға мүмкіндігі болғандықтан онлайнда Zoom платформасы бойынша жұмыс істеп жатыр. Мына жерде ерекше тоқталғым келеді. Мысалы, телеарнадан сабақты көргеннен кейін жаңа Classroom-нан қайталап мұғалімнің берілген тапсырмасын көріп отыр. Одан қалды түсінбей қалсаңдар, жекеге ұстаздан сұрап алыңдар деп үнемі ескертіп отырамыз. Сонда оқушы жеке әсіресе математика сабақтарынан түсінбей қалады. Сол жерде есептің шығарылу әдісін мен телефонға түсіріп, жаңағы мектепте оқып жатқандай өз дауысыммен түсіріп жібергендегі оқушының кері байланысын көре аласыздар бұл жерде. Апай рахмет, түсіндім, ура ура деп. Бұл жерде енді қашықтықтан оқыту ата-анаға да, оқушыға да, ұстазға да оңай болып жатқан жоқ, бірақ біз тығырықтан осылай шыға алып отырмыз. Мұғалім оқушыға көмек ретінде онлайн өткізу оқушыларға тиімдірек деген мақсатпен онлайн сабақ өткізіп отыр.
9-ші сыныптың таңдау пәні бойынша. Ал гуманитар мұғалімдері Classroom және WhatsApp желісімен жұмыс істеп жатыр. Мектепте барлық платформалар қосылып жатқандықтан, келесі апталарда бұл мұғалімдердің де жоспарында бар басқа платформаларда жұмыс істеп көру. Мында өздеріңіз көріп отырғандай Classroom-да жұмыс істеп жатса, мында WhatsApp желісінде жаңағы қалыптастырушы бағалауында жүргізіп отыр, кері байланысында өткізіп жатыр. Ал енді мен серіктес мектептерге тоқталатын болсам, жалпы біздің қарамағымызда 10 серіктес мектеп бар. Жеке-жеке атап өтпей-ақ қояйын, осы серіктес мектептердің қашықтықтан оқытуы қалай жүріп жатыр. Яғни, серіктес мектептер WhatsApp желісі арқылы, Classroom арқылы, күнделік арқылы жұмыс жасап жатыр. Бұл жерде ауылда мектеп болғандықтан қиындық тумай жатқан жоқ. Әсіресе, интернет желісінің жетіспеушілігі ұстаздарға да, ата-аналарға да қиындық тудырып жатыр. Бірақ біз кері байланысты қалай алып отырмыз? Жетекші мектеп үшін деген арнай WhatsApp желісінде шатымыз бар. Әр мектепте үйлестірушілер бар. Сол үйлестірушілер кері байланысты маған толық жеткізіп отыр. Яғни, серіктес мектептің барлығы қашықтықтан оқуға қамтылған. Бұл жерде тағы да бір қиындық көп балалы отбасыларға жаңағы ноутбук компьютердің жетіспеушілігі. Әр мектеп әкімшілігінен бұл кісілерге де ноутбук жаңа компьютермен қамтамасыз етілген. Одан қалды ата-аналар, ұстаздар біріге отырып, бұрын қолданыста болмай жатқан үйдегі телефондарды іске асырып, басқа балаларға беру деген сияқты тығырықтан шығып жұмыс істеп отыр. Ауылдық мектептерде сонымен қатар тасымал арқылы оқып жатқан, курьер арқылы оқып жатқан балалар да бар. Қандай болған күнде де бұл кісілердің қашықтықтан оқуы толығымен қамтылып отыр. Енді барлық жұмыстар тарда сыйғызу мүмкін емес, бірақ бұл кісі серіктес мектептердің де жұмысы, практикалық жұмыстарына назар аударатын болсаңыздар, кішкене шағын көрме бір жұманың ішінде маған жіберілген жұмыстары өте көп, әсіресе видеороликтермен қаншама жақсы жұмыстар жіберіп жатыр. Оның бәрін мында көрсету мүмкін емес. Тек қана көркем еңбек жаратылыстану пәндерінен жасалған жұмыстардан сіздерге кішкене көрме. Серіктес мектептерімізде қашықтықтан оқытуды осылай жүргізіп отыр. Келесі бізде білім бөлім әдістемелік кабинетінің меңгерушісі, аудан мектептерінің оқу ісі жөніндегі орынбасарлары және басшыларымен арнайы онлайн конференция өткізіп, білім министрінің жаңа төтенше жағдайға байланысты шығарып жатқан шешімі, бұйрықтарын аудан мектептерінің орынбасарларына толығымен жеткізе алып отыр. Тек онлайн конференция емес, WhatsApp желісінде де, сонымен қатар Facebook парақшасында да осы жаңа хабарлармен, жаңа шешімдермен, бұйрықтармен таныстырып, сонымен қатар өзінің әдістемелік кеңесін ұсынып отыр. Ал бұл жерде мектеп басшысы бір жұма қашықтықтан оқытуға бір жұма өткеннен кейін қашықтықтан оқыту мектепте қалай жүріп, өзіміздің мектебіміз бойынша қалай жүріп жатыр, қандай қиындықтарымыз бар, қандай жетістіктеріміз бар, және де жаңа министріміздің төтенше жағдайға байланысты шығарып жатқан шешімдері, біз мұғалімдер бұл шешімдерді қалай орындаймыз, әсіресе үй жұмысын көп мөлшерде бермеу, ата-анаға, оқушыға жағдай жасау, осы туралы барлық ақпаратты онлайн конференция өткізіп, жеткізіп отыр. Сіздерге айтарым, осы білім бөлімі басшылығы болып, мектеп басшылығы болып, ата-ана болып, ұстаз болып, оқушы болып, осындай қиын кезеңде тығырықтан шыға алып жатқанымызды айтқым келеді.
Сонымен қатар мында қарасаңыздар, ата-аналар төмендегідей кері байланыс беріп отыр. WhatsApp желісінен барлығын енді оқып бермей-ақ қояйын. Сонымен қатар Classroom кері байланыс. Сонымен қатар біздің ата-аналарымыз WhatsApp Facebook парақшасында өз ризашылықтарын білдіріп жатыр. Бұл деген не деген сөз? Ата-ана ризашылық білдіру деген ұстаздардың қашықтықтан оқытуды жоғары деңгейде өткізіп жатыр дегенді білдіреді. Тек қана біздің мектеп емес, серіктес мектептердің де ата-аналары Facebook парақшасында осындай ұстаздарға деген ризашылығын білдіріп жатыр. Ата-ана оқушы болып, ұстаз болып осындай жұмыстар атқарып жатырмыз. Ал мен сіздерге енді әдістеме көмек ретінде тәжірибеммен бөліскім келеді. Бірақ сіздер де бұл жұмысты жүргізіп жатқандарыңызға күмәнім жоқ. Десе де біздің істеп жатқан жұмыстарымыздан кішкене де болса сіздерге көмек болар деген үмітпен ұсынып отырмын. Яғни қашықтықтан оқытуды бастаған кезде біз дене шынықтыру мұғалімдеріне қиын болатын шығар деп ойлаған болатынбыз. Бірақ дене шынықтыру мұғалімдері ол тығырықтан қалай шығып жатыр? Мында қарап отырғандарыңыздай, ұстаз оқушыға челленджі ұйымдастырып отыр. Әр түрлі жаттығулар оқушыларға жолдайды, оқушылар параллель сыныптарына жолдайды, және бұл челленджіні оқушылар Facebook парақшасында серіктес мектептерге де жолдап отыр. Сонымен қатар шашки, дойбы ойынынан дене шынықтыру мұғалімі турнир өткізді бір жұманың ішінде. Кеше жеңімпаздары анықталды. Бірінші, екінші, үшінші орын жеңімпаздары анықталды. Сонымен Хахут қосымшасы сіздерде сабақта қолданып жүрген болуларыңыз керек. Бұрын біз мектепте онлайн қолданатынбыз. Ал қазіргі қашықтықтан оқытуға өте тиімді екенін информатика мұғалім пәні өткізіп дәлелдеп отыр. Сол себепті Хахут қосымшасын қашықтықта оқытуды сіздерге сілтемесін жіберіп отырмын. Осы сілтеме арқылы көре аласыздар. Және Quizizz жаңа қосымшасын математика мұғалімі жақсы ұйымдастырып отыр, жақсы жетістікке жетіп жатыр, әсіресе оқушылардың қызығушылығы артып отыр. Сол себепті бұл сілтемен де сіздерге ұсынып отырмын. Бір көмегі болар деген үміттемін. Осымен менің баяндам аяқталды десем болады. Рахмет көңіл қойып тыңдағандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар десем болады. Ирмибо, рахмет. Рахмет, сөз кезегі. Теперь передаем мы слово коллегам нашим из города Степногорск. Девочки, подключайтесь. Хорошо слышно. Угу. Меня зовут Щербина Вероника, являюсь координатором ведущей школы, как уже сказала Сауле в начале, школа номер 4 имени Толстого. И работаем мы сегодня с моей коллегой Довгаль Натальей, которая является заместителем директора этой же школы. Каким путем решили пойти мы? Может быть, он не особенно оригинальный, но тем не менее. Это маленькое социологическое исследование. Но прежде для затравки вот такой афоризм, потому что с них мы обычно начинаем, ими обычно заканчиваем. Да? Известный всем нам автор и утверждение такое, ну, мы посчитали очень актуальное по нашим временам, что, дойдя до конца, люди смеются над страхами, которые мучили их в начале. И вот мы сейчас в начале, как показала прошлая неделя, в начале длинного пути. И я надеюсь, что когда мы дойдем до конца учебного года хотя бы, да, в обозримом будущем, что да, мы действительно будем, ну, если не смеяться, то, может быть, очень положительно воспринимать некоторые моменты, которые сейчас кажутся не очень. Каким путем мы пошли? Повторюсь, маленькое социологическое исследование в виде онлайн-анкетирования на Google-платформах для трех категорий участников. Анкетирование педагогов, анкетирование учащихся разных классов и анкетирование родителей. И я бы сейчас хотела прокомментировать коротко ответы педагогов и учащихся и передам дальше слово Наталье. Она прокомментирует мнение, множественные мнения родителей, которые, как она сегодня писала мне в чате, продолжают поступать. То есть статистика растет.
Видимо, очень душещипательный и волнующий вопрос. Итак, на вопрос, вы проводили дистанционные уроки с использованием преимущественно каких ресурсов? Вы видите, да, доминирующие ответы учителей, отвечали учителя ведущей школы, использовали в основном электронные учебники и тематические презентации, облегчающие понимание нового материала. К сожалению, не очень хорошо стало видно, да, после... Ну, ничего страшного, я прокомментирую. Педагоги считают, что главные актуальные критерии дистанционного обучения, здесь вы видите на диаграмме их 4, но я пошла путем конкретным, выбрав самые-самые в процентном выражении. Это повышение уровня самостоятельности учащихся как неизбежный факт, а также возможность для учащихся получить информацию в свободном доступе, вне зависимости от времени, от расстояния и выполнять задания тогда, когда это удобно для них. При этом, конечно же, все мы столкнулись на прошлой неделе с основными неоригинальными трудностями дистанционного обучения, и вопреки стереотипам, о которых писали до того, как будут учить учителя, у которых не хватает информационной грамотности, дело оказалось совсем не в грамотности, а именно в технических проблемах, таких как банально перегруженность интернета и ограниченность доступа к образовательным платформам, какие платформы мы бы не использовали, начиная с Zoom до Кунделик. При этом, конечно, основные технические неполадки, я их уже озвучила, плохая работа интернета, и до сей поры есть такой момент, не прикрепляется порой материал, какие-то файлы к урокам, да, и мы придумываем разные способы, как данный вопрос решить. Мы, конечно, задали вопрос о необходимости общения лицом к лицу, face-to-face, и, естественно, подавляющее большинство учителей ответили «да, но необходимо в ходе процесса обучения» и отметили разные причины. Например, нам всем необходимо видеть реакцию ученика, например, при объяснении новой темы. В этом смысле, конечно, платформа Zoom хороша, хотя плоха в чем-то ином, например, посторонние шумы и прочее. Дети с низкой мотивацией, естественно, требуют к себе большего внимания. И объяснить младшему школьнику что-то дистанционно гораздо сложнее, нежели через инструкции для старшеклассников. Ну и, наконец, конечно, очень сильно страдают учителя, преподающие языки и литературу, потому что ничто не заменит в рамках таких предметов живое общение с учителем. Ну, таким образом, вы можете пробежать сейчас глазами, коротко озвучу выводы, что, конечно, дистанционные уроки проводились в полном объеме с использованием самых разнообразных средств, методов обучения. А педагоги отмечают, что данный формат работы, конечно, способствует повышению уровня самостоятельности учащихся и отмечают, что традиционная очная система обучения, классно-урочная, в такой степени не способствует развитию навыков самообучения, самодисциплины. И пункт номер 3, я о нем уже говорила, основные помехи – это технические проблемы, которые имели место быть на прошлой неделе. Что отвечают учащиеся? Вот вы видите, 61 анкетируемый были в нашем опросе, причем это ученики разных классов, начальной школы, среднего звена и старшего звена. И в некоторых вопросах получилось такое разделение по предпочитаемым мнениям. В данном случае мы при анализе решили использовать принцип «голос ученика». Представим, что вот некий ученик среднестатистически отвечает на эти вопросы. Мне скорее не понравилось заниматься дистанционно. Вот я вчера думала над этим числовым значением – 44,3. Вот его можно обкрутить, как хотите. С одной стороны, это очень много. Да, 44% учащихся, им не нравится учиться дистанционно. С другой стороны, это довольно хороший процент. То есть, оказывается, наши ученики не настолько несамостоятельны и не настолько замкнуты в некие оковы, такие в рамках очной системы обучения. Трудности были только незначительные, как отмечают большинство учащихся, при освоении обучения в дистанционной форме. Таковых больше половины. При этом технические неполадки, как отмечают школьники, они в основном эпизодичны. Но в то же время есть те, смотрите, порядка 37%, кто говорит, да, они бывают и бывают неоднократно.
Разумеется, мы задали вопросы школьникам, какие плюсы, какие минусы, что было полезным, приятным, а что не очень. Вот вы видите оригинальную вырезку, да, скриншот ответов. И, конечно, такие моменты они отмечают, как возможность самореализации, возможность делать задания, уроки тогда, когда удобно, по времени дня, в какой угодно день, прошедший после урока, до следующего урока, например. У всех разный режим организации труда. Вот, поэтому свобода во времени – это то, что отмечают школьники. Да. Ну, а что не понравилось, тоже смотрите, ответы перед вами. Здесь, конечно, есть некоторые ответы с грамматическими ошибками, но мы решили, что здесь оригинальность, она как бы имеет преимущественное значение. Что все-таки поначалу некоторые учителя немножко перебарщивали, обозначали временные рамки очень жесткие, сейчас как-то с этим помягче. Действительно, я знаю по своим ученикам, иногда очень, как вот им трудно понять домашнее задание, так мне бывает трудно объяснить в нюансах, например, ну и трудности с отправкой файлов. И заметьте, что при обычном обучении ученик среднестатистически вещает, что его результаты обучения, то есть не отметки, а именно прирост знаний, умений, навыков лучше при обычном обучении. Тоже вот 44%. С одной стороны много, с другой мало. При этом некоторые считают, что особой разницы нет. Можно учиться продуктивно как дистанционно, так и обычным путем. Вот перед вами выводы. Что касается первого пункта, мнения поделились по возрастным группам. Конечно, дети начальных классов, они считают, что классно-урочная система, объяснение учителя, работа лицом к лицу привычнее и комфортнее. Школьники среднего звена, видимо, в зависимости от самодисциплины, навыков, самообучения, разделились на, в своих мнениях на два лагеря. Одним нравится, другим не нравится. Ну и заметьте, 89% – это значительный весьма показатель. Старшеклассники – это десятиклассники. Они предпочитают дистанционную форму обучения, потому что можно самостоятельно организовать свой труд в удобное время. Разумеется, упоминают они технические неполадки, мы об этом говорили. Вот. Ну и заметьте третий пункт, он прозвучал как рекомендация, да, что по мнению учащихся, скажем так, у каждого учителя есть предпочтительная некая платформа, форма выдачи заданий, и каждый учитель настаивает, чтобы вот работали именно в ней. То есть они просят, хотят, хотели бы, чтобы были некие единые требования, которые облегчали бы вот саму механику осуществления дистанционного обучения. Ну, теперь передаю слово Наталье. Итоги анкетирования родителей. Поначалу, вот смотрите, 288 было. Сейчас она озвучит, сколько на сегодняшний день она получила ответов. Так, Наталья зависла, по-моему, да? Угу. Так, ну я думаю, она подключится. Приветствовать. Довго ли, Наталья, разрешите, я продолжу выступление своей коллеги Вероники. Вашему представлено еще одна часть нашего исследования – это мнение родителей по поводу организации дистанционного обучения. На слайде представлена информация о том, что 288 учащихся по состоянию на воскресенье текущей недели прошли анкетирование и тоже стали участниками нашего исследования. Вопросы родителей были представлены перед вами на слайде, и, естественно, их реакция вам тоже видна. 38% родителей отрицательно относятся к тому, что ребенок их учится дистанционно. Здесь подходят, в эту группу входят как родители младших школьников и средних школьников. При этом практически 30% отмечают, что они относятся положительно к этому. И как бы родители, которые принимают нейтральную позицию, то есть они и за ту, и за другую форму обучения. Что касается дальше, что насколько осведомлены родители об организации дистанционного обучения. То есть вы видите на скриншоте представленная диаграмма, что практически 75% родителей осведомлены о полных возможностях дистанционного обучения и его организации. Простите. Далее. Насколько родители помогали своему ребенку при организации дистанционного обучения? 4 позиции.
позиции. И здесь интересно, естественно, интерес привлекает практически 49%, практически половина, 50% родителей, которые регулярно помогают заниматься своему ребенку дистанционно. Естественно, что в эту категорию попали родители учащихся младших классов, которые считают своим долгом по пути исследования полностью ребенка сопровождать его непосредственно его во всем процессе обучения. И категория, которая... Родители 15%, которые придерживаются такой позиции, что они помогают, если у них есть такая возможность. Родители помогают детям разбираться в материале, и родители считают о том, что дети, качество детей, обучение детей при обычной классной урочной системе будет лучше, нежели чем при дистанционном обучении. Что привлекло родителей, они считают полезным и привлекательным в дистанционном обучении? Скриншот представлен перед вами, да, что они все отмечают, что это уникальные технические возможности, которые они бы могли, которые они осваивают вместе с детьми, и хотят и делают все для этого дальше. Какие они видят преимущества, то есть со стороны родителей, какие есть преимущества дистанционного обучения? Это учение, развитие умения самостоятельно учиться, учиться ребенку в удобное для него время и использовать современные технологии. То есть как это есть. Да, я стараюсь. Далее. Разрешите вам представить выводы, то есть то, к чему мы пришли непосредственно в результате нашего исследования и мнение родителей. Какие видят, какие формы выхода родители видят при организации дистанционного, что необходимо организовать деткам младшего школьного возраста в летний период времени или в любой момент, когда будет посткарантинный период, это предметные школы для организации как можно больше индивидуальных консультаций. То есть здесь происходит замена понятия о том, что родители немножечко путают форму обучения дистанционно с онлайн-формой обучения. То есть то, что у нас есть непосредственно. И еще как бы одна из просьб, которая была у родителей, это то, что они бы хотели все-таки, чтобы их детки общались на том сайте и на тех платформах, с которыми они на «ты». То есть у них возникает сложность техническая в прикреплении материала, то есть дети ждут их непосредственно для того, чтобы отправить домашние работы и точно так же посмотреть их обратно. При этом родители рекомендуют проводить своевременную конструктивную связь и разрабатывать четкие алгоритмы или, как называют их сейчас, чек-листы для того, чтобы получать обратную связь. Что касается организации начальной школы, какие возникали вопросы и каким образом они решались? Так, я буду читать, зачитывать вопросы, а ответы вы видите на слайде. Как ребенку выполнять домашние задания в отсутствии родителей, когда родитель находится на работе? Так как родители ставили своим детям условия, что они ограничены в доступе к компьютеру, к ноутбуку и планшету. И, естественно, данная проблема в школе была решена в результате видеоконференции, в которой учителя начальных классов проводили консультации, видеоконференции с родителями и рекомендовали учащимся как можно быстрее приходить к самостоятельному обучению. И второй вопрос, как избавиться от гиперопеки и как наладить навыки устного счета. В этом непосредственно нам помогает платформа электронных учебников ОПИК. Следующие вопросы, которые
были непосредственно здесь, это какие образовательные платформы лучше использовать для изучения новой темы и закрепления полученных знаний. Да, я думаю, что всем известна данная платформа BillingLand и открытый доступ, который сделали организаторы данного сайта. И как в качестве образца один из уроков начальной школы представлен перед вами, как он проходит и как он организуется. Что касается что представлено в начальной школе, мы смотрим из опыта работы учителя начальных классов Лихачевой Татьяны Сергеевны. Это онлайн-уроки, обучение через дистанционные платформы и организация обратной связи через Кундилик. Что касается предметов гуманитарного цикла, какие вопросы возникали здесь и каким образом они решались? Первый главный вопрос, который является главным, это как преодолеть низкую культуру учащихся во взаимоотношениях в социальной среде, как сконструировать интересный урок для школьников и как избегать постоянной переписки с учащимися, на вопросы конкретизации выполненных заданий и тех заданий, которые предлагал учитель. Ответы представлены перед вами. То есть мы нашли пути их решения и таким образом подошли к итогу. И еще одна часть вопросов, которые были, как замотивировать родителей к прочтению книг, да, то есть мы перешли, что заданий достаточно много, и чтобы не перегружать глаза, рекомендовать аудиокниги, которые можно было бы прослушать. И каким образом можно организовать учебный процесс с помощью доступных мессенджеров и развивать симпатию к историческим героям, то есть как это можно сделать. В качестве альтернативного варианта, который могу предложить, и который опробирован буквально с понедельника этой недели, достаточно хорошо идет, это обычный Google-документ, который создается как документ общего пользования, который ребенок получает, каждый учащийся получает. Затем, выполнив его, он отправляет только ссылку непосредственно руководителю. И руководитель, получив документ, публикует обратную связь в Кундилике. То есть режим работы первого урока истории в понедельник представлен перед вами. Это как один из таких простых вариантов, который более доступен и может быть использован вами. Вероника? А я включаюсь и продолжу тему, да, гуманитарного. Я поясню, что я преподаю английский язык только в пятых классах, ну, предметы гуманитарного цикла. Мы сейчас продолжим разговор. Средняя возрастная группа. Ну, и биологию я беру 10-й, потому что класс математический, мне кажется, 4 часа биологии в неделю, поэтому с ними... Ну, самая-самая серьезная работа. Почему вы видите эти пазлы здесь? Я пошла путем по принципу анализа близкому к SWOT. Да, я обозначила через 1, 2, 3, 4 те параметры, по которым я анализировала, как я сейчас работаю, как учитель, как я преподаю дистанционно, какие средства я использую, какие плюсы я отмечаю, какие трудности у меня есть, и, наконец, как эти трудности я преодолеваю. Я не скажу, что я сейчас какой-то вам открою Америку, скажем, но тем не менее, все есть как есть. Английский язык, пятый класс. Вот алгоритм моих действий, вы видите сейчас слева, да, под номером 1. Какие ресурсы я использую? Конечно, Кундилик, конечно, WhatsApp, конечно, email, да, электронная почта. Я пришла к выводу, что чем больше инструкций, чем подробнее объясняешь письменно, устно, индивидуально, в общем чате, тем больше ученик понимает, чего ты от него хочешь вообще, в принципе, и тем лучше качество получаемых мной работ. Какие плюсы я отмечаю? Для меня было приятным удивлением в первые 3 дня уже получать работы от учащихся, ну, скажем, условно слабых, да, выполненные с большим усердием, нежели всегда, нежели ранее при очном обучении. Кроме того, большинство учеников разных возрастов, они в пятый класс даже, тем не менее, они пытаются не обрасти долгами академическими, как снежный ком, вот, и делать работы вовремя, отправлять. Естественно, чем больше инструкций, тем больше от детей вопросов. То есть обратная связь меня как учителя удовлетворяет. Это не означает, что я вещаю в пространство, в никуда. И потом, вот не ленюсь, честное слово, если вижу несовершенную работу, отправляю обратно с комментариями, получаю снова, проверяю снова комментарии, отправляю. Иногда бывает, что работу от одного ученика я проверяю 3 раза. Да, это большие трудовые затраты, скажем, временные затраты, но это того стоит. Далее, минусы. Видим слева.
Конечно, я страдаю в рамках лингвистического предмета от того, что я не вижу учеников очно. Все-таки пятый класс, еще нет достаточно навыков самодисциплины, да, они стараются, конечно, но это еще не совершенно. И потом у нас, отмечаю для всех классов, в том числе и для них, низкий уровень информационной грамотности, то есть культуры, общения через имейл нет. Ну, это такие моменты, над которыми мы работаем. Ну и как я это преодолеваю, как я уже сказала, через максимально подробные инструкции, через любые мессенджеры, да, и через электронную почту. Отправка заданий на доработку и постоянные напоминания и рекомендации по освоению сервиса email, потому что это общеучебный навык, общекультурный навык, который пригодится в жизни. Теперь биология, 10 класс. Алгоритм вы видите слева. Он не очень отличается от того, что вы видели до того. Но, например, мы много лет уже, могу сказать так, с классом общаемся ВКонтакте, в группе класса, и мне удобно наговаривать там, соответственно. Они привыкли, что это место наших встреч таких дистанционных. Вот. Однозначно своевременное формативное оценивание в Кунделик. Получаю работу, сразу день заканчивается тем для меня рабочий, что все, что я сегодня проверила, сразу ставлю в Кунделик. Они должны видеть то, что они наработали, да, даже если не получили от меня персональных комментариев. Как плюсы отмечаю, да, лучший показатель качества выполненных работ. Под оригинальностью работ я имею в виду авторскую позицию, что я пишу сразу в инструкции, что если я буду видеть фрагменты повторяющиеся, что очень легко делать, да, в электронном виде, да, брать кусочки чужих работ и делать компиляцию. Я буду аннулировать результаты. Я боюсь глазить, но пока таких работ я фактически не видела. Ну и потом использование разнообразных ресурсов. Это не означает, что работа сводится к тому, чтобы прочесть параграф учебника, ответить на вопросы, там что-то такое. Хочется всегда оригинальности, так же, как при очном обучении. Поэтому, например, если я даю ссылку на просмотр видеоролика учебного, я из соображений уважения и культуры указываю время просмотра. Я выбираю такие, чтобы они не были долгими и были хорошего качества на предмет говорения и картинки. И если не если, я всегда даю задание после просмотра видео, иначе смысл просмотра теряется. Причем задание приходится формулировать таким образом, чтобы они не могли ответить на эти вопросы без просмотра видеофрагмента. Я таким образом ставлю их вот в некие рамки. То же самое, например, если дается ссылка на статью дополнительную по теме, вопросы после этого задания такие, на которые человек сможет ответить, только прочитав эту статью. Ну и так далее. Вот вы видите примеры дополнительные. То есть мы выходим за рамки учебника. Единственное, знаете, здесь опасность какая? Не перегружать. То есть как-то соблюдать баланс. Ну, вот так выглядит пример одной из инструкций, аналогичной тому, что показывала Наталья. Видимо, вот мы в одном ключе мыслим синхронно. Буквально, что делать, как делать, куда идти, что смотреть. Вот подробный алгоритм действий. Мне кажется, это спасает. Ну и, собственно, минусы. Слева вы видите, да, все, о чем я говорила, низкая культура оформления работ. Для меня это очень странно, что ученики 10 класса не имеют такого простого навыка, ну, я не знаю, работы, как культура оформления файла, да, то есть элементарно выровнять, вы поняли, да, материал, поля, отступ, размер шрифта и так далее. Постоянно приходится об этом напоминать, но пока тяжеловато. И потом, знаете, когда я размышляла над этим, готовились мы к вебинару, я поняла, что проблемы-то, собственно, которые есть, минусы, они не биологические, они не предметные, они не внутри предмета. Вот я пишу пункт 2.1, недостаточное развитие общеучебных навыков. Если у человека слабо с аргументацией, да, и он не умеет выражать собственное мнение, вы понимаете, что в рамках предмета это тоже преломляется, например. Ну и потом редко с 10 классом, далеко не всегда. Вот невнимательность, торопливость, где-то что-то не доделал, обидно мне снижать оценку, высылаю обратно, заново проверяю, но все решаемо. Ну и что касается способов преодоления, для меня было трудно написать много, потому что мне, собственно, преодолевать-то особо нечего. Бывали периоды, когда мы так работали, потому что мы все знаем, что мы уезжаем в командировки, например, да, и дети учатся и без нас продолжают, поэтому это привычно. Я пишу, что меня спасает вот сформированность их навыков самообразования и самодисциплины. Ну и вот резюме по моему блоку как предметника, да, вот по тем же 4 позициям. Вы видите на зеленом фоне преимущественные ресурсы, которые я использую. Может быть,
это, ну, как бы даже стыдно, что не такие оригинальные, но они работают. Вот меня это устраивает. На голубом фоне вы видите обобщение, от чего я страдаю как учитель, какие минусы я вижу в дистанционном обучении. На желтом фоне вы видите, что я отмечаю как предметник, как положительное. Вот, и действительно, мы все имеем простор как учителя для того, чтобы творить и использовать все, что только может работать на ученика, и прирост знаний, умений, навыков. Ну и что меня спасает, чем я спасаю себя сама на красном фоне? Это наиподробнейшие инструкции, это постоянная система, связь с классным руководителем. Если кто-то что-то, ну, запаздывает, не сдает, иногда нужен вот такой волшебный, ну, не пинок, но иногда он нам, взрослым, нужен, да, когда мы горим по дедлайнам. Ну, и вот работа над формированием общеучебных информационных навыков. Это странно, но я закончу тем, что, собственно, внутри предметных проблем, каких-то вот таких горячих точек, я не вижу. Может быть, кто-то меня поддержит, кто-то оспорит, но это просто субъективное мнение. Все, передаю слово Наталье, мы завершаем. Возвращаемся вновь. В чате я опубликовала ссылку. По возможности перейдите, пожалуйста, по этой ссылочке. И внизу есть плюсик в окошечке, в то окно, которое вы выйдете, для того, чтобы вы написали обратную связь. Перед вами представлен список рекомендаций, которые мы рекомендуем в качестве основополагающего для организации дистанционного обучения, вы можете к нему присоединиться и заодно пробировать программу Padlet. Да? То есть это padlet.com, это программа, которая позволяет каждому из нас проводить мнение, проводить анкетирование достаточно быстро среди учащихся, и вы видите сразу же, кто из них будет отвечать. В качестве рекомендации мы предлагаем это установить иерархию отношений в социальной сети, чтобы урок при планировании урока использовались всевозможные ресурсы, как графические органайзеры, так и видеоинструкции. Также мы предлагаем, чтобы каждый урок, каждый маршрутный рабочий лист ребенка видел чек-лист, это короткий фрагмент. У каждого урока был установлен дедлайн, это время, когда непосредственно должен ребенок сдавать работу и прививать любыми способами, прививать интерес учащихся к тому, что они делают. И, естественно, чтобы был фидбэк, это обратная связь, которая должна быть своевременная и с помощью использования любого мессенджера, в котором вы общаетесь со школьниками. И чтобы перейти, еще раз, да, тут возникает вопрос, вы можете просто в поисковой строчке перейти по этой ссылочке и написать обратную связь. Естественно, что я потом посмотрю и опишу ее. Все, спасибо. Рахмет. Әріптестерімізге рахмет. Әріптестерімізге алғысымызды білдіре отырып, сіздер осы айтқан әріптестеріміздің осы бірнеше мысалдармен таныстыңыздар, иә? Және де сол мысалдарда мүмкін сіздер өздеріңіз жасаған тәжірибеңізден мысал келтірген болатындар. Оның ішінде Ермекол мазмұндап айтып берді, және Вероника мен Наталья. Ал енді біз сіздерге өзіміздердің тарапымыздан бірнеше ұсынысты ұсынайын деп отырмыз. Ол дегеніміз Яндекс оқулығы және педагогикалық шеберлік орталығының тренерлерінің тәжірибесіне, презентацияларына мысал келтіргіміз келіп отыр. Сөз кезегі мен әріптесім Баян Қайыржанынаға беріледі. Ол кісі мазмұнда беріп отырады, ал айтқанын мен қысқаша ғана қазақ тіліне аударып отырамын резюме ретінде. Баян Қайыржанына сөз кезегі. Ага. Всем здравствуйте. Наталья, Вероника, мы сидели, пока слушали. Действительно, мы с вами согласны, что очень много таких вопросов, как не внутрипредметные, а организационные вопросы, которые тормозят процесс дистанционного обучения. Давайте перейдем. Мы хотим вам предложить Яндекс.Учебник и четыре основные рекомендации, которые выложили вот
сотрудники Яндекс.Учебника. Давайте сразу пробежимся. Не пытайтесь делать все и сразу. Выберите один или два простых инструмента для дистанционного обучения. Третий, суть его такова, что чем проще и чем проще, понятнее и реалистичнее будут ваши учебные сценарии, тем реалистичнее их реализовать. И четвертое – это то, что к новому формату привыкают не только учащиеся, но и родители и сами ученики. Итак, первый шаг. Необходимо в начале периода дистанционного обучения пересмотреть все учебные планы и посмотреть, какие цели выносятся на суммативные работы, определить, разграничить основные цели, отделить те цели, которые вы можете достичь позже. То есть я хочу сказать, что в данное время, наверное, необходимо приложить все усилия на достижение каких-то ключевых целей в период дистанционного обучения. Также такая вот рекомендация: можно разделить учебный материал на блоки, затем определить логику, как лучше построить обучение, или создать какой-то алгоритм, который в деталях вот на каждодневном уроке уже реализует учитель. Не забывать о дифференциации. Некоторым ученикам, возможно, будет недостаточно уроков телеканалов, и нужно будет вовремя оказать ему поддержку. Угу, Саулбек. Нам понравилась очень рекомендация нашего коллеги из Астаны Сапуры, и мы хотели бы предложить вам вот этот слайд. О чем он? О том, что можно распределить цели обучения в соответствии с их сложностью на более сложные и менее сложные, и, соответственно, темы. Эта рекомендация касается в первую очередь учеников начальной школы, которым сложно осваивать новый материал. На слайде показано, если цели обучения, допустим, сложные, можно объяснить их в синхронном режиме. Это через какие инструменты? Сделать видео объяснение, провести консультации в WhatsApp, Skype. Возможно, вы захотите в асинхронном режиме сделать свое видео с пояснениями, инструкциями, комментариями к урокам телеканалов. Легкие же цели и, соответственно, легкие темы вы достигаете с помощью заданий для самостоятельного учебника. Можно применить бумажный учебник, выполнить ваши задания в YouTube, опять-таки выложить в WhatsApp, Skype, ВКонтакте, в чем вам удобнее просмотреть видео и так далее. Сауле? Зум арқылы ма, бірақ онлайн форматында балалар мұғалімді көре отырып, тыңдай отырса. Біз айтып жатырмыз, синхронный және асинхронный формат. Егер де форматты таңдасақ, асинхронды, яғни мүмкін видеоға түсіре отырып, телеканалдан көрген сабақтарға түсініктеме ұсыныстар қосымша берсе, сонда сол күрделі мақсаттарға жетуге және жеңіл мақсаттарды толығымен қамтуға сондай формада жұмыс жасасаңыз тиімді болар еді деп ол кісі ұсынып жатыр. Жақсы. Мы хотим сказать, что для определенных целей выбирали соответствующие инструменты, то есть Zoom, Google Classroom и так далее, что было перечислено, они использовали для развития навыков, определенных навыков, допустим, аргументации и так далее, и в зависимости от цели выбирались инструменты. Второй момент. Нужно ограничиться минимальным набором дистанционных инструментов. Одного-двух вполне будет достаточно. И чем проще эти инструменты, тем лучше. Также спикеры показали нам, что опрос вызвал недовольство и дискомфорт учащихся. То есть такая была реплика: каждый учитель требует свое. Поэтому, наверное, важно будет обсудить с коллегами, по возможности выбрать с другими учителями общие для всех инструменты, чтобы ученикам не пришлось, допустим, работать с новыми сервисами на каждом
предмете, на каждом другом предмете, на каждом другом занятии. Более того, нужно обсудить, какие будут общие требования, чтобы требования одного учителя, они были как бы в унисон с другим учителем. Соли. Коллеги, слышно? Ага, все, по-моему, слышно. Сонымен екінші қадам, о қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру барысында құралдарды таңдау. Және айтып кеткен жоғарыда бізде Ермекова мен Вероника, Наталья айтып кетті, е? Бұл жерде неше әр түрлі платформаларды бүгінгі таңда әріптестеріміз қолданып жатыр. Бірақ та кез келген платформаны таңдамаңыз. Ең бастысы, оқушыларыңызға ыңғайлы сол платформамен жұмыс жасай аламын деген платформаны таңдап, оны саны қажет емес бүгінгі таңда. Ең бастысы сапасы, яғни оқушыларға қолайлы болса, сол платформа негізінде сіздердің жұмыстарыңыз тиімді болады. Яғни ол сауалнаманың нәтижесімен бізде Вероника таныстырып кетті, иә, өйткені оқушылардың тарапынан наразылық тудырып жатыр, егер де әрбір мұғалім әртүрлі платформа қолданса. Жақсы, әрі қарай. Баян, сөйлегеніңіз. Не движется. Передвинь, пожалуйста. Итак, к учебным сценариям. В этом слайде мы хотим обратить внимание, что главное – это не количество заданий, а их качество, тщательный отбор, тщательная разработка содержания, что туда должно входить и какой контент лучше предоставить во время дистанционного обучения, поскольку времени у вас будет гораздо меньше для общения в онлайн-режиме либо вот через видео какие-то презентации. Спикеры показали нам, что родители видят большой плюс дистанционного обучения в том, что регуляции. Именно инструкции учителя на этом этапе нужно, вот что нужно делать, инструкции учителя. Ведь мы знаем кучу примеров, когда блестящий в методическом плане урок становится провальным, если какие-то организационные моменты не продуманы. Допустим, элементарно работать в паре, либо в группе. Сауле, пропускай, спешу. Мені қазір жатқан оқу сценарийға көшетін болса, бұл үшінші қадам деп айтып отырмыз. Е, бұл жерде тапсырма мұғалімдер тарапынан бүгінгі таңда тапсырмалардың саны қажет емес. Ең бастысы сапасы. Егер де бүгінгі таңда сіздер екі бір сапалы және оқушыға сол оқыту мақсатына жететін тапсырмаларды таңдасаңыз, ол жақсы болар еді. Яғни ол дегеніміз сонымен қатар, яғни әдістемелік аспектімен қатар индустру аспектілеріне де көңіл аударуымыз керек. Өйткені мұғалімде балалар үшін ол оқу мақсатына жетуге бір бағыт деп айтуға болады, жол деп айтуға болады. Әрі қарай. Следующий момент. Мы предлагаем пересмотреть планирование как учебного дня, так и недели. Одна из важных задач планирования – это задать себе и детям ритм. Ритм, к которому они привыкли в обычном традиционном формате обучения. Четкое расписание здесь и рамки, понятные рамки для родителей снимут тревожность как детей, так и родителей. Временные рамки могут быть разными в зависимости от ваших целей, но нужно договориться, определиться с детьми. До какого времени у вас будет дедлайн с ними, как им, в каком формате представить. Теперь, следующая наша рекомендация при планировании учебного дня определить обязательный минимум материала, учебного материала, который нужно будет отработать в течение учебного дня, допустим, и дополнительный какой-то объем, который можно уже не спеша через WhatsApp, Skype, дополнительные какие-то задания уже наверстать. Саулет? Үшінші қадам негізінде біз ұсынып отырмыз, әрбір оқу күніңіздің жоспарыңызды жасасаңыз. Нақты оқушыларға айтылып отырса, бүгінгі күні осындай тапсырма беріледі, және қай уақытта осы тапсырманы орындауға мүмкіндіктері бар. Мүмкін бір күн немесе екі күн аясында орындап жібересің деп. Яғни ол дегеніміз оқушылардың
өзіңізді реттеу дағдасын дамытуға үлесі мол деп айтып жатыр. Ар, сонымен қаттар, бір күндік емес, бір апталық жоспар ұйымдастырсаңыз, ол да өте тиімді болады. Если мы перейдем к планированию учебной недели, не движется, планирование учебной недели, если кратко, то нужно зафиксировать время, желательно для индивидуальных консультаций, организационных встреч с родителями и с учениками, и как будем предоставлять обратную связь, Сауле? Жена айтылғанда, жоспармен қатар, бір апталы жоспар, нақты уақыттары белгіленсе, ол ата-аналармен жұмыс жасауға, және балаларға кері байланыс ұсынуға, жеке кеңес беруге де мүмкіндіктері мол деп айтып жатырмыз. По результатам опроса, который предоставили нам координаторы ведущих школ и рассказали нам об этом, мы ясно видим, что для начальных классов дистанционный формат, переход к нему дался гораздо труднее. Аудиоролик, помните, с мальчиком Галиной Ивановной, я вас там и нашел. Он сигнализирует о том, что для ребенка дистанционное обучение – это вызов, это новый формат. Он пытается справиться с этим и стремится захватить из традиционного обучения самое родное, наверное, учителя. Поэтому что должно сохраниться в дистанции? Это присутствие самого учителя, его эмоции, как он ведет к мотивации, как он привлекает ученика. Саша, я тебя вижу, допустим, на экране. Второй момент. Ученик должен иметь ясный план своего обучения, где должны быть прописаны четкие, понятные учительские инструкции. Третий момент. В плане рекомендуем соблюдать сроки выполнения заданий с учетом физических возможностей, сложности заданий. Если работа не выполнена была в срок, допустим, можно это обсудить с учителем. Ну и, конечно, в младших классах требуется союз с учителем, с родителями, наладить как можно быстрее союз с родителями. Я оқушы өзін, өзі ретуде алысын дамыту үшін, және сол берілген тапсырманы жүйелі сапалы орындауына әрбір оқушыға оқушы жоспары ұсынылса. Бүгінгі таңда Вероника өзінің жұмыс тәжірибесіне қолданып жатырмын деп айтылды, иә? Сонымен қатар ата-аналарға да бір нұсқау тапсырманы орындау үшін нұсқауды ұсынсаңыз да жақсы болар еді. Әзірше бастауыш сынып мұғалімдеріне бұл бүгінгі таңда қиындық туып жатыр. Ата-аналарға бастауыш сынып оқушылары үшін ата-аналары ең жақын консультанттар. Ол кісілер үшін де сондай нақты жаднама ұсынып, тапсырманы орындау үшін ұсынсаны жақсы болар еді. Мен қысқартып айтып отырам, себебі уақыт шектеулі. Әрі қарай. Мы хотим на этом слайде еще раз сказать о том, что в Телеграме у нас есть своя страничка «Центр педагогического мастерства», где самые последние новости о том, что, где и как проводится, какие интересные лайфхаки, инсайты происходят с нашими, в работе наших коллег, мы вот представляем здесь. Следующее – это в Фейсбуке такая страничка «Лайфхаки школы на дому». Мы также приглашаем всех активно предоставлять свои, опять-таки, лайфхаки, свои какие-то находки, чтобы мы их размещали для того, чтобы другие коллеги знакомились. Шеберлік орталығы, яғни мен әріптестерім, бірлесе біз мынадай дүниені жасадық, Телеграмда ссылка бойынша әдістемелік қолдауымызды бізді қашықтық оқыту форматында ұсынып отырамыз. Сол ссылка бойынша тіркелсеңіз, барлық мәліметті ала аласыз. Сонымен қатар, Фейсбуктан да мәлімет алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Байым, ең сұл болсын. Важно учитывать организационные моменты, методические, в организационных, как это вы преподнесете детям. И очень важно также, как вы, когда в процессе онлайн-уроков проводите ваш внешний вид, потому что дети привыкли видеть вас с хорошими эмоциями, с положительной улыбкой,
которая точно так же вселяет уверенность. Это очень важно. Ну и подытожить мне бы хотелось сегодняшнее выступление моих коллег. Спасибо всем коллегам, которые сегодня приняли участие в нашем методическом мосту. Это новый формат, онлайн-формате. Я думаю, что оно было полезным и плодотворным. И мы задали, так скажем, старт для всех других ведущих школ. Огромное спасибо. И заключительным форматом я хотела бы закончить свое выступление такие вот цитаты. «Полюбите дистанционное обучение, и оно полюбит вас». Конечно, любые новшества приходят у нас не сразу, есть определенные трудности, но, как цитирую слова Вероники, мы победим, у нас все получится. Всем спасибо большое и до новых встреч. Спасибо участникам всем.